Роберт Иванович, какая неожиданность, какая пунктуальность. Я надеюсь, мы одни? Абсолютно. Я бы предложил вам что-нибудь перекусить, но вы же знаете, мы живем небогато. Да не беспокойтесь, Танечка. У меня, как всегда, все с собой. Шампанское, икра для поднятия тонуса. Ну и это, прочие приблуды. Я очень соскучился. Занавеску закрыли. Слушай, а это она потому что догадывается про нас? Или для интимности? Да нет, про нас она как-то догадывается. Девчонки все дуры, особенно красивые. Слышь, ты так про Таньку не говори, она не дура. Можно подумать, горилла. Горилла. Ой, Таньку полюбила. Сейчас жбан закатаю. Попробуй только, я деньги не отдал. Я их в люке спрятал, в каком не скажу. В Петербурге 6000 люков. Попробуй найди. А, Роберт Иванович, вы такой мужчина. Я получил такое удовольствие, вот искренне вам говорю. Последний раз на чертовом колесе в детстве так хорошо было. Только вам уходить надо. Папа скоро придет, он у меня прапорщик убьет. Папа, я твоего не боюсь, но не хочу делать тебе компрометации. Вот тебе на иголки и булавки. Ну что вы, я вас совсем не за это люблю. Проводишь? Что, дочка? Что ж ты творишь-то, а? Таня, что ж ты родителей-то родненьких позоришь, а? Он же тебе в отцы годится. Что, стыдно папке в глаза-то посмотреть, а? На другой стороны, чё это я пристал к тебе, а? Он в возрасте, мудрый, по всему видно положительный. Я бы сейчас сам с удовольствием за кем-нибудь хлестнул. Но как бы денег. А вот я, доча, за всю свою жизнь знала только одного мужчину, твоего отца. И горжусь тем, что вслед мне люди не шепчутся и не показывают пальцем. А с другой стороны, сейчас и время другое, другие ценности. Могу ли я тебя осуждать? Пойду, что ли, в парикмахерскую схожу. Таня! Чего? Танечка, здравствуй, дорогая. К тебе там пришли еще два ухажера, но мы решили помешать тебе разбратищить. Мы прямо здесь, в коридоре, будем играть в индейцев. Чингачгук. Ой, идиот, а. Нате вот, поиграйте лучше. Таня, ну зачем ты так? А как же наша с тобой чистая, честная любовь? Ничего. Помнишь, мы с тобой об этом говорили? Сережа, чистая и честная любовь мне не по карману. Давайте быстро на кухню. Слушай, смотри, здесь функция такая забавная. А Гишаль Шмойлович, как неожиданно и как пунктуально. Батя, а давно хотел спросить, а можно изобрести такое лекарство, чтобы девчонка полюбила меня и стала совсем другой? Любовный эликсир? Нет, сынок, это фантастика. Значит, не будет у меня в жизни личного счастья. Что случилось, сыночка? Папа тебя бил, сейчас он получит по морде. Синочка, Сережа просто спросил, могу ли я сделать приворотное зелье. Я сразу просто ответил, я алхимией не занимаюсь, уже давно. Трудно, да? Трудно ребенку зелье изобрести, чтоб девочки его любили, а? Что у тебя в колбе стоит, а? На третьей полке справа. Мое изобретение 79-го года.
Да. Любовный эликсир. Отказать применению в производстве. Это, помнишь, Зиночка, я его изобрел, когда за тобой ухаживал еще? Не помню. Батя, а как оно действует, а? Ну, как? 3 капли добавить на чашку чая, дать предмету своей страсти выпить, подождать несколько секунд. Ну и, конечно, тут же появиться перед ее глазами. И все. Но я думаю, что оно уже выдохлось. Ты накапай, а выдохлось или нет, мы разберемся. Да. Он сам сказал. А, вот ты где. Нет, он сам сказал. Ой, какая ты дура, да. Танюха, горяченького чайку не хочешь, а? Хорошо. А ты что? Не сразу пей, а по моей команде я тебе фокус покажу. Ага. Да. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. О, бэйби, бэйби. Выдохлась. Точно выдохлась. Уже почти час. Почти час. Ночи. А этой дряни нет, а? Ну вот где она шляется, а? Да. Целый день ее дома нет. Уже и Роберт Иванович к ней приходил, и Айгишат этот... Раулевич. Раулевич. А я даже не знаю, что говорить им. Где она и что с ней? Вырастили на свою голову. Никакой ответственности, хотя бы за престарелых родителей. Вот комбату его дочка компьютер купила. Да. А зачем тебе, Вася, компьютер? Не знаю. А комбату зачем, а? Тоже верно. Ну, давай. Расскажи что-нибудь маме с папой, а? Я сегодня встретила удивительного человека. Так. Встретила и пошла за ним. Он наступил в каку, я наступила в каку. Так. Он упал в лужу, я в лужу. Он в метро, и я в метро. А потом мы пришли к нему на завод. Он прошел, а меня на проходной не пропустили. Я его целый день ждала на улице. Он вышел, мы с ним познакомились. Были в Пирожковой, катались на трамвае, так весело. Оказывается, он живет на нашей лестнице. О, Танечка, он холост и богат? Нет, он беден и женат. И так красиво говорит. Сегодня что-то странное. Шторы не задергивают, чай пьют. Бензин, и главное, перерабатывают. А еще бы в спички достались. Ты напоминаете, что едешь в газмот, а они троих почти не дергаются. Дергаются, а то, куда-то, и трое, у меня спички достались. Вы так интересно рассказываете. Здрасте. Танечка, можно тебя на минуточку? Танечка, к тебе пришли. Меня нет и не будет. То есть как? Это Роберт Иванович. Хоть Владимир Владимирович. Таня, ты с ума? С ума сошла. Роберт Иванович,
А Таня заболела. Заболела? Чем? О, ничего страшного. Сломала ногу в 5 местах. Ха, ногу сломала. Ну, это бывает. Вот, на лекарство. Ой, ну что вы, что вы, не надо. Спасибо. Что-то я съел, слабой бог. Че, ушел на обед? Ушел. Обиделся? Ой, обиделся. Ничего не оставил? Ничего не оставил. Вот дети, а, ростишь их, они о родителях ни сном, ни духом. Я, между прочим, с 6 лет почту разносила. Это, доча, ты послушай родителей, мы же тебе добра желаем. Вот ты сегодня прогодяешь Роберта Ивановича, а завтра что мы будем кушать всей семьей? Посмотри на маму, мама худенькая какая, а? Чуть молчишь, давай как женщина. Танечка, доченька, мама тебе желает только хорошего, и поверь. Папа, а чует мое сердце, поматросит у тебя и бросит, бросит. Да, все женатые, дочка, они ведь гуляют, а потом в семью возвращаются. Вот как наш папа. Молчи. На что вы будете жить? Главное, где? Да, этот вопрос. Мы будем жить здесь. Долго и счастливо, пока все вместе не умрем в один день. Ой. Через неделю, от голода. А ну-ка, пацаны, идите-ка сюда. Кто-нибудь, кроме меня, к Таньке Задовой еще ходит? Ну, все зависит от... Ходит один. Из 47-й квартиры, женатик. Значит, надо сделать так, чтобы к ней он больше не ходил. Вы не волнуйтесь, мы все сделаем в лучшем виде. Считайте, что его уже больше нет. Да. А? Давай-ка ты, как женщина, там, потактичнее как-то. Хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Мы родители любовницы вашего мужа. Да. Хорошо? Хорошо. Эй, ты, чубошник. Завязывай ходить к нашей Таньке, понял? Действительно, а то сейчас таких надаем тумаков на пару с другом. А гребешь не слабо. Блять, они не хочу, блин, отнижу. Не хочу, блин, отнижу. Ой, не знаю, отнижу. Ой, батя. Нам срочно нужен змеячий яд курары. Да. Зачем это вам яд? Зачем, зачем? Затем смазать моей маме колени, она их стерла, и пролежни обработать. Ну, возьмите на кухне, на полочке рядом с чаем. А? Не перепутать бы. Чем нам тебе? Нам посуды теперь не нужна! Давайте, люди добрые! Давайте! Вы в шоке, пейте! Зачем нам посуда? У нас все равно кушать-то нечего! Ну, Варченька, ну что делать? Если больше есть нечего, но есть картошка! Капуста, покушай! Я не хочу кушать эту гадость! Я привык к вкусненькому, колбаску копченую и корку там различную! Ну что же делать, если она его любит? Любит? Любит. Я знаю, что делать. Если враг... О! Не сдается! Врага уничтожают. Вот. Ты думаешь? Это не я. Это доктор Геббельс. Цитата. Дорогие родители,
Мой любимый придет ровно в 7. Кто не хочет с ним встречаться, тому советую удалиться. Слабонервным тоже. Я ему покажу родителей любовницы. Street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you, we will rock you. Я сижу, извините, я всего не уезжаю. Вы кто? Я живу в своей живой жизни. Дурацкая шутка. Ничего себе! Она, кажись, его прогнала. Прогнала. Точно прогнала. Да, сынок, да. И ничего удивительного. Мой эликсир, потому что всегда действовал 3-4 дня всего лишь. А потом надо самому. Знаешь, сколько я сам ухаживал за твоей мамой? 3, а то и 4 месяца. Чего? Полгода, месяцев 8 даже. Синочка, какие же 8? Максимум 4. Слушай, Петя, ты из меня идиотку не делай, 8 месяцев. Ну, Зина, что? А месяцы я считать умею? Я тебе отвечаю, я клянусь здоровьем твоим. Что же это получается? Только, значит, без этого дела, без эликсира, и полюбить никого не может, да? Вот, мама. Хорошо, тогда дочка родителей уважает, делает им различные подарки свистные. Папа, мама, мы с Сережей любим друг друга, мы хотим пожениться, нарожать детей, спать вместе, жить долго и умереть в один день, примерно в четверг. Вот, мама. Что-то мне в горло попало. Ты что ты делаешь с отцом? Ha 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 ha